Утро. Миха у нас тут плотно на затяжках. В общем, готовимся сегодня, доскидываем мотор и будем все это дело свать машину. Вчера приехал Траверса, сейчас Паха все это дело варит, собирает. Там это Лего, которое вы видели в историях вчера вечером. Суем мотор, все примеряем, коробку, кардан и надеемся, что у нас все стрельнет с первого раза. В общем, подготовка плотным ходом. Итак, в общем, такая вот Траверса КПП у нас получается. Значит, я думаю, что даже нужно будет запустить профиль в Инстаграм с отдельными запчастями от Пахи. Вообще произведение искусства. Понятно, что это покрыша, покрашено все, ну, в гоночном режиме. Так это обычно делается, все проваривается и отправляется в порошок. Но в целом смотрится ничего. Как коробку поставим, тоже все вам покажу. В общем, пишите, если что, Пахи. Паха работает. Так, ну что, я приехал, а парни уже закинули мотор, в общем... Взлетная конфигурация. Так, по кривизне, вот примерно так. Но это так задумано специально. Чтобы заехать для чего, Мих? Первое место, то есть нужен же въезд. Въезд, да. Ну, мы же в космос собираемся взлетать. 6,8 градусов, я думаю... Оставляем. Да. Все. Минимум мы на второе место уже заезжаем. Это чтобы на лафет заезжать без аппарелей. Так, рассказываю по обстановочке, что у нас тут. Значит, примерили. Вот такие темки тут. Самсонос, все дела, Карабас уже там. По мотору, по лапам. Уже Паха выкатывает вторую версию лап. У нас тут все на компьютерах, в общем. Всем доброй ночи, а мы еще пободаемся. И вообще, кто думает, что автоспорт это просто, ну, вы, собственно, можете видеть вот эту картину. До этапа очень мало времени. И если вы думаете, что все там так легко и просто, палку туда кинули, там, мотор там как-нибудь там встанет. Нет, подход изменяется, и не хочется ехать, как ехали в прошлом году, в позатом году. Хочется делать все максимально грамотно. Чтобы делать максимально грамотно, нужно время. Вот. Поэтому все занимает очень-очень много времени. Вот. И из-за того, что очень много решений в тачке новых, которых до этого в ней не стояло, не было, да, каких-то вещей, поэтому все приходится разрабатывать и делать с нуля. Вот. Поэтому час ночи, да, там, по-моему, или сколько, я уже все, всем пока, на связи.